Другому представителю КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в педофилии. Суд в Владивостоке назначил заседание на сегодня, но до избрания меры пресечения так и не дошло. Задержанного увезла скорая. По словам адвоката, плохо Самсонову стало еще накануне. После того, как он объявил голодовку, у него поднялось давление. Во время заседания суда состояние мужчины ухудшилось, ему понадобилась помощь медиков. Депутата увезли в больницу на реанимобиле. Против Артема Самсонова возбуждено уголовное дело. По подозрению в педофилии мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Thank you.